Салют шикарный просто. С Новым годом! Подводи, а не подкидывай. Мишень медленно восходит, ее траектория и скорость. Все, двигайся. Быстро. Не подкидываем, ребята, не подкидываем. Мишень так не летит в пространстве. Дай. Рассматриваем. Он пока не настроил должным образом фокус. Льюис Холл все-таки располагается в середине поля. При владении Ливерпуля он... Стальных нервов и крепости духа. Подожди, давай я сделаю так. И опоры. Еще раз. Будьте нашей защитой и опорой. Я хочу сначала фон посмотреть. Ты мне ее суешь почти в рот. О, горит. А скажи, что? Ты отвернись в другую сторону, и все будет хорошо. Наверх. А-а-а! Хотя бы ориентирчик есть, куда ехать. Так вообще пиздец, я доехал один, вообще пиздец. Нет, там. Нужно поражку, я говорю, не дашь. Я бы
Вы все смешались налево, снизу и направо. В целом, так как мы еще все-таки не начали, если, пожалуйста. Конечно. Вот, я предлагаю немножечко развлечься, пока вы всех... Если Химки 8 забьют, это проканает? Нет, мы только за Уралмаш ставили. Бас у него нормальный, блин, пятиструнный, жесткий какой-то. На катере. Да. Я так это Анастасия, Анастасия, расскажите, как вам работает с ВТЦ? Прекрасно! Бабочка. Блин, извините. Все, давай. Счастливые лица. Настя, сделай счастливое лицо. Покойся с миром. Население, проблемы окружающей среды и всяких пиздюков еще обучать. Слушай, это... Может, тебе понравилось слово пиздюки? И говорите погромче. Ну вот оттуда. Погромче? Как? Насколько громче? Да, вот так вот. Дубль первый. Камера мотор. Камера мотор. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла и вновь назад, и вновь. Что, едет? 5 минут уже осталось. 5 минут. Фига, ну, не читается. Просто, остановить да, остановив вот так вот. Во-во-во-во-во, отлично. Недаром говорят, что ИТЦ решает любые поставленные задачи. Ты снимаешь? Да. Ты уже начал? Да. Это день 11. И ключевая мысль на сегодня будет о том, что всегда нужно находить время для близких людей. Даже если нет настроения, сил, желания, куча причин, почему бы нет, нужно понимать, что таких людей на самом деле по-настоящему хороших мало. Все. Субтитры сделал DimaTorzok.
Массовость, только я не первый бежу. Все, пошли. Давайте. Пошли с работы, пошли. Надо фото обновить. Все, что ли, отработались? Да. Обратно возвращаются. У вас тут отсутствие. Спину снимали. Сейчас вот это нормально будет. Во, отлично, то, что надо. Раз, два. Магнитки. Во, про МКФ видос готов. Решаем самые сложные задачи. Целевое использование. Можешь взять телефон и как будто ты волосы поправляешь? Да. Кто вложил и вкладывает сердце в душу. Ой, сердце в душу. Давай. Мы с вами спустимся вниз.
назначена точкой на карте, колыбель моих жизненных сил. Этот город имеет характер, несгибаемый Нижний Тагил. Коля, прокомментируй, что мы делаем. Мы едим куча лакомки. А почему мы... И кайфуем. А почему мы здесь, а не на улице? Почему здесь? Потому что в тесном кругу и не в обиде, так же говорится. Да, Юля? Да. До осени шуршать иков, стоп, зелень. А ну-ка, ложку не хватай на раз-два сели. И дайте деду первый взять, учись, малыш. Пока нормально едем, впереди все ок. Шикарный.
Ташкентский завод. Какую рекламу сегодня смотреть будем? Если вы чувствуете, что охрипли, возможно, кто-то оглох. Почему Красная площадь именно красная? Настя, и это мой второй бокал шампанского. Так, а у меня ничего уже нет. Да пофигу, давай говори. Я Юля, и это мой первый бокал. А теперь дай Мише, как будто бы он пьет. Потом смонтирую. Ну, что там. Привет, а я Миша, и это мой, ну, почти первый бокал. С удовольствием работать. Нет, приходи на главную кабинку. Дальше обосновываешь документы, подготовка документов. Ну вот сейчас Илью покажу. Как типичная подготовка обосновывающих документов. Ну, примерно так и работает. Илья, что ты делаешь? Я толщину у стенки вот этого колокола, пожалуйста. Чисто? Если что, по-моему, это...
в обменник, который сдвоен наш. Туда поступает газ. Дежурная компрессорная станция 40 градусов Цельсия. Нагревается до 230 градусов. Идет на регенерацию? Идет, нет. Нет? Идет туда, где вот была регенерация. Все, сел. Замолчи. Это я забываю. Какой способ?